Доброе утро! Доброе утро! И наш любимый поэт-песенник Александр Белов снова с нами и покажет свой вариант завтрака. Сегодня мы будем готовить утренний десерт, утренний тропический десерт для любимой девушки. Угу. Заинтриговал, Александр. Что понадобится для этого? Значит, понадобятся фрукты, самые простые, это мандаринчик, бананчики, чуть-чуть киви и немножко грецких орехов. Угу. Плюс два вида сиропов. Сегодня у нас это черничный сироп и мандариновый сироп. Угу. Избавляем банан от кожуры. Режем наискосок. Как лихо у вас получается. Да. Чувствуется опыт, колоссальный опыт. Видимо, девушкам вы тропические завтраки готовите часто. Ну, не сказать, что часто. Просто этот рецепт мне предсказали мои друзья москвичи. Он удивил меня своей простотой, быстротой. И полезностью, в конце концов. Полезностью, да, и вкусом. Выкладываем банановые пластики на блюдо. Чистим и разбираем на дольки мандарин. А какой самый любимый зимний фрукт у тебя? Скорее всего, не фрукт, это ягода. Да? Хотя многие думают, что это фрукт. Клюква? Нет. Калина? Нет. Брусника? Арбуз. Да ну... Зимой арбуз? В детстве всегда я хотел, чтобы арбуз дожил до Нового года. Но это никогда не получалось. Даже однажды мама решила сохранить, но не дожил буквально неделю. Именно поэтому ты любишь зимой ездить в тропические страны? Тропические страны, да. Там всегда в любое время года можно найти арбуз и все ингредиенты для нашего утреннего десерта. Согласна. Чистим плод киви, нарезаем кружочками. Какой цвет для тебя любимый? Я вот смотрю, ты разные цвета берешь для своего фруктового салата. Для меня любимый цвет желтый. Желтый. Да. Я очень люблю цвет желтый, люблю летом желтую одежду. Угу. Потому что это желтый цвет, это лидерский цвет, творческий цвет, цвет открытого. В конце концов, солнечный. Солнечный цвет, да, естественно. Да. А зимой в каком цвете? Ты предпочитаешь походить? Синий. Синий, да. Вот так. Зимой у меня синий. Ты маскируешься, как сибирский зайчик. Нет, просто на каждое время года есть свой цвет. Выкладываем киви на блюдо. Посыпаем цельными ядрами грецкого ореха. В качестве заправки используем 2-3 подходящих по вкусу сиропа. В нашем случае мандариновый и черничный. Вот такой у нас получился утренний тропический десерт. Зимний для любимой девушки, который можно преподнести вместе с кофе. Да, но поскольку это завтрак, наверное, нужно к нему еще какие-то слова для любимой женщины. Можно сказать словами известной песни «С добрым утром, любимая». Вот так. Приятного аппетита желает нам Александр Белов. Приятного аппетита.